В этом году на развитие дорог республиканского значения и местных сетей выделено более 95 миллиардов тенге. Свыше 50 миллиардов пойдут на ремонт местных сетей, а также улично-дорожной системы. Что касается заготовки необходимых материалов, общая потребность битума в этом году составляет более 90 тысяч тонн. Специалисты обещают, что нехватки битума не будет. В этом году на выделенные средства планируется реализовать 192 проекта, 10 из которых по республиканским дорогам. В целом планируется отремонтировать более 1000 километров трасс. 848 километров – это местные дороги и улицы. На сегодняшний день по данным проектам отремонтировано более 70 километров. На конец мая на стадии реализации 170 проектов. На сегодняшний день по данным проектам отремонтировано более 70 километров дорог, это 26 километров республиканских дорог и 45,4 километра местных дорог. Освоено 20% средств. Касательно заготовки материалов, общая потребность битума в этом году составляет более 90 тысяч тонн. Проблема его нехватки не будет, отмечают эксперты, так как в области еще имеется запас 16 300 тонн битума в специальных хранилищах. На май и июнь месяцы имеются законтрактованный объем, составляет 10,4 тысячи тонн. Касательно строительных материалов, потребность текущего года в щебне 3 миллиона тонн, из которых на сегодняшний день 53% уже заготовлено. Потребность ПГС 910 тысяч тонн, из которых заготовлено 44%, то есть 402 тысячи тонн. В целом заготовка материалов на сегодняшний день составляет около 50%. Также в ходе брифинга специалисты прокомментировали ситуацию с дорогой Актобе-Кандагаш. Напомню, что данный проект является трехгодичным. В прошлом году был обеспечен проезд по одной стороне, кроме водопропускных и мостовых сооружений. Сейчас проект отработан ориентировочно на 70%. До конца года он будет завершен. Жасын Жолбаков, Жанель Сагиев, телеканал Актобе.